Дорогие друзья, мне сегодня выпала такая честь и привилегия быть первым, кто в рождественское сегодняшнее утро поздравить вас от имени всех служителей, всех наших братьев, поздравить вас светлым и радостным праздником Рождества. Пусть мир Божий, пусть Божья радость, пусть свет Божий осветит каждое сердце всех присутствующих здесь. Тех, кого даже нету сегодня здесь, они являются частью нашей церкви. Передайте им приветствие, передайте им поздравления от имени нашей церкви, особенно от братьев. Всех, кто смотрит нас на лайв, мы видим и знаем о вас, дорогие друзья, и любим вас, и поздравляем вас также. Да благословит каждого из вас Господь. 2000 лет назад, больше чем 2000 лет назад, условия были другие. По-другому люди выглядели и по-другому проводили праздники. Но время прошло, поменялось. Но 700 лет до того Исаия пророчески говорил следующие слова, что в то время, когда люди переживали большие трудности, я говорю, условия были другие, и трудности были другие, и вот эти тягости у людей было очень много, и это видел Бог. И Он надежду людям давал через святых пророков своих, говорит Исаия в 9 главе, народ, ходящий во тьме. Или мы даже немножко выше возьмем. Если мы возьмем стих выше, или несколько стихов выше, даже в 8 главе он говорит, «Но не всегда будет мрак там, где теперь сгустился». Вот сгущался во многих местах и над народом израильским большой мрак сгущался, и пророк Исаия говорит, что не всегда будет так. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы. Дорогие друзья, есть радость, когда мы сходимся с ближними, когда мы сходимся с друзьями, когда мы дарим друг другу подарки. Но есть радость, особенная радость, когда мы радуемся пред лицом Господним. И Писание говорит через пророка, он будет веселиться, народ увеличишь, и он будет веселиться пред тобою. Есть радость спасения, которую мы получили через Иисуса Христа. Ибо ярмо, тяготивший тебя, друг, и меня, и жезл, поражавший нас, и трость притеснителя, Господь сокрушил, и пришло освобождение. И мы сегодня радуемся, потому что мы видим больше немножко, и еще как сквозь тусклое стекло, но мы видим больше того, мы видим промысел Божий. Пастухи того не видели, мудрецы были умные, мудрые люди, но не видели того. Ученики за Христом ходили, но не понимали того, что совершал Христос. Дорогие друзья, и нам сегодня намного больше сегодня дано, но надо верить до конца. Да укрепит Господь надежду, веру, и мир Божий да наполнит каждое сердце. Мы молимся, начиная наше служение. Арабадас кирики даламантас. Дай нам сегодня преклониться, Иисус. Чистое сердце преклонить пред Тобою, Господь Иисус. Есть поклонение, которое угодно Тебе, Иисус. Раманаскири гедаламентаре гадаскири гадаламанари гадалагантас.
Аллилуйя Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус. Иисус, радость даешь Ты, Господь. Радость даешь Ты, Иисус. Ты посылаешь мир, Господь Иисус. Мы можем празднично одеться, мы можем приготовить свои песни, но есть радость от Святого Духа, Рамена Скарабадалагантас. Но есть мир, который приходит от Господа. Есть радость пред лицом Твоим, Господь Иисус. И этой радостью мы хотим сегодня возрадоваться, Господь. Не от подарка сегодня радость, не от того, что мы видим друзей своих сегодня, но есть радость Святого Духа, есть присутствие Божие, есть милость Божия, есть спасение человечеству, есть надежда, Господь Иисус. Пусть сегодня истинной радостью возрадуется сердце избранных Твоих людей, Господь Иисус. Мы сегодня провозглашаем мир и благодать Твою, Господь, и то, что мы должны делать, Господь, благословлять людей, вещать эту новость добрую, которая пришла и дана каждому человеку, но мы молим Тебя, Иисус, соверши больше, чем может сделать всякий человек. Мы молим Тебя, благослови ход этого служения. Прославься среди нас, Господь. Мы молим Тебя, благослови песнопение, благослови братьев говорящих. Пусть сегодня обновится каждое сердце в надежде на Господа. Мы идем, и Ты грядешь, Господь Иисус, и мы приходим к тому славному, славному, славному празднику, который Ты готовишь, Иисус. Нам трудно это видеть, нам трудно это понимать, Иисус, но мы верим, потому что видели, как совершал Ты промысел Твой на страницах Священного Писания. Будь за все прославлен. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава.
2000 літ, як ти народився у світ, прийшов до людей не царем, а невинним дитям. Та світ тебе не пізнав, месію свого не прийняв. Ісуса, що людям приніс вічне життя. Землі і неба, ми небеса, мир усім на землі, нехай замітають сніги, старого життя береги, до нього ніколи я не повернусь, бо в серці моєму сія. Справа різдвяна зоря, з тих пір, як у ньому живе Спаситель Ісус. Слава тобі, царю землі і неба, ангельський хор співає пісню хвали. Дорогая церковь, в этот праздничный день Рождества Христова разрешите и мне также поздравить вас с этим самым светлым и самым великим праздником. Христос народився! Знаете, в русском языке, я не знаю, можно сказать просто с Рождеством Христовым, но вот Украина нам именно приветствие подарила, очень оригинальное, лучше не придумаешь. Я не знаю, как евреи, но евреи вообще этот день не празднуют. Вот. Но мессианские евреи, конечно же, вместе с нами и вместе со всем миром празднуют этот большой день. Друзья, я бы хотел бы задать вопрос, что для тебя и для меня является Рождеством. Как-то думал об этом и размышлял, и мне кажется, что центральный стих, золотой стих Библии Иоанна 3:16 нам дает ответ
что на самом деле является Рождеством. Рождество в первую очередь – это любовь. Бог посылает Сына Своего в мир для тебя и меня. Знаете, есть такое место в Писании, что нет больше той любви, когда человек полагает душу свою за друзей своих. Господь отдал Сына Своего за нас. И, наверное, в этом самое большое обозначение Рождества Христова и описание этого праздника – это просто любовь. Бог спустился на наш уровень, с глазу на глаз начал общение с человеком. И Галатам 4 глава, 4 стих говорит нам о том, что Бог послал Сына, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в мир единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Друзья, пришла полнота времени. Ни раньше, ни позже. Все пророки, начиная от Бытия, в том числе 49 глава, где Иаков благословляет, что Иуда из чресел твоих произойдет Спаситель. Вся Библия предсказывает, и мы видим на протяжении сотен лет, когда один из последних пророков, Михей, даже говорит о месте, где, о месте, куда должен прийти Мессия. 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрата, мал ли ты между тысячами иудинами? От тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных». Друзья, пришла полнота времени. Бог приходит всегда в жизнь нашу вовремя. Не раньше, не позже. Но кажется, Господь, где ты был раньше? Вот как, допустим, когда Лазарь 4 дня уже лежал. Но Христос никогда не опаздывает. И Он пришел в этот мир, уже в подготовленный мир, в мир уже, можно сказать, как написано, народ в тени смертной тени воссиял свет. То есть в смертной тени народ был настолько обезнадежен, им нужен был Мессия, им нужен был выход, им нужен был свет. И посмотрите сюда очень внимательно, что в то время Рим уже отстроил дороги. Греческая культура повлияла греческим влиянием, то есть пришел язык. Этим языком по римским дорогам уже можно было нести Евангелие до конца земли. Как написано, будет проповедовано и в Самарии, Иудеи, до конца земли. Понятно, что сейчас еще оно не до конца еще проповедано. Еще наши братья без дорог, где-то в бездорожье пробираются на севере, где-то в те страны, где еще Евангелие не пришло. Но тем не менее, тот мир уже был подготовлен для того, чтобы Христос пришел и пришел выпустить измученных на свободу. Друзья, я хотел бы перейти к этой истории, где Мария и Иосиф собираются идти в Вифлеем. Это вторая глава Луки. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. И пошли все записываться в каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записываться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места. Дорогие друзья, мы видим и здесь промысел Божий. Нужно было императору Августу издать указ о переписи населения.
Каким образом беременную Марию и Иосифа отправить так далеко в путь, в родину их предков, в родину царя Давида, где когда-то царствовал, когда-то родился Давид? Но вот такими обстоятельствами мы не знаем до конца, почему эта перепись была дана. Кто-то говорит для того, чтобы как-то упорядочить налоговую систему, хотя евреи всегда, если делали какую-либо перепись, они всегда просили, чтобы перепись велась по коленам. И в данном случае эта семья из царского рода идет к себе в Вифлеем. Это, можно сказать, царские люди, но очень бедные. Царь Давид, понятно, был один из самых богатых в свое время, но его потомки были бедные. Но они, как мы читаем раньше и позже, были очень благочестивые люди. Друзья, они приходят в Вифлеем, это ночь, они уставшие. Вы понимаете, может быть, не раз, я думаю, каждый из нас, когда приезжал в гостиницу, и было очень поздно, там в 2-3 часа ночи, ты уже думаешь, ну, хоть кто-то бы тебя принял, хоть как-то бы нашлось бы место за любые деньги, просто лег бы и уснул бы. Но мы видим, что не нашлось им места. Друзья, с детства самого, вот когда в воскресной школе я так рассуждал, думаю, Господи, ну ты сам пришел в Вифлеем, ну как так человек тебя не мог принять? Ну был бы я там, ну я бы 100% бы приготовил бы комнату, как-то подвинулись бы, тем более беременная женщина, тут как-то надо все было создать условия, но не нашлось места, все были заняты своей жизнью. Друзья, для тех, которые так, может быть, вместе со мной рассуждают, что не было возможности мне в то время принять Христа, у нас есть прекрасная возможность сегодня принять Христа. И Христос может быть далеко такой же, из далекого, может быть, такой же бедный и такой же, я не знаю, как они выглядели, уставший. Может быть, этот человек, которому надо немножко подкрепиться, может быть, принять его на ночь. Может быть, это кто-то у вас из друзей на Украине, кому вы сегодня, может, сделаете перевод денег, кого вам Бог ложит на сердце. Сегодня мы можем принять Христа, и Христос, и ученики потом Христу говорят: «Христос, а когда мы тебе все это сделали?» Там, к примеру, одели, обули, накормили, посетили. Он говорит: «Когда вы делаете одного из малых сих, вы это делаете мне». Дорогие друзья, в это воскресное утро, в этот праздник Рождества, пожалуйста, не забудьте о том, что сегодня еще есть те люди, которым еще не просиял тот свет. И давайте еще перейдем немножко к пастухам. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господним, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидова Спаситель, который есть Иисус Христос. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Бога! Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что возвещено им было о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали, видели, как им сказано было. Дорогие друзья, почему-то Христос выбирает не Иерусалим, не выбирает царский дворец, не выбирает какую-то состоятельную семью, а Он идет именно тем необразованным, тем, наверное, может быть, которые в синагоге не всегда даже были, тем вот пастухам, от которых
пахло всегда полем, к тем таким, можно сказать, деревенским трудягам, которые все, что знали, ну кто мы такие, мы просто пастухи. И вот, возможно, кстати, даже пастухи, если вы помните, у египтян они не пользовались спросом. Пастухи – это была своего рода такая, как бы, ну, наверное, низшая каста. Хотя я уверен, что многие из нас, и я в том числе, когда-то пас, вот овец у меня не получалось, ну, коров на летом на каникулах у бабушки. И мой как-то казан тоже, он чаще был в деревне, и деревенские ребята подходили, говорили: «Саша, ну ты ж городской парень, ну неужели тебе не стыдно пасти овец? Вот такая вот работа у тебя какая-то, но не очень приличная». Он говорит: «Не забывайте о том, что царь Давид перед тем, как стать царем, сначала был пастухом, и деревенские ребята отходили от него, потому как они постоянно его донимали». И вот мы видим эти пастухи, которые полили костер, возможно, там был у них какой-то паёк с собой, там вода, хлеб. И вот они просто в очередной раз, понимаем мы все с вами, что пасти овец ночью, я сам никогда вообще не думал, что можно пасти овец ночью. Во-первых, как? Фонарей никаких нема еще в то время. Оказывается, были такие периоды, где надо было, необходимо просто овец выводить на ночь, так как были тоже злачные места. За овцами надо был особый уход, и овца могла потеряться, и овцу могли также и похитить, как помните, когда Давид пас. Но я не о том, друзья. Я о том, что Бог этим пастухам возвещает великую радость. Друзья, но я не знаю даже, как передать вам это, но это настолько великая радость, когда мы впускаем в наше сердце Христа. Это на самом деле, ну, больше радости в жизни быть не может, потому что, приняв Христа, мы принимаем этот мир, этот покой и, самое главное, уверенность во спасении. Библия говорит, что не радуйтесь, что бесы вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Друзья, это великая радость, которая будет всем людям. И как ни странно, представьте, народ израильский, видя все эти пророчества, и при этом они никто не уразумел дня посещения, что Господь посетил их свыше. И я так как-то размышлял, думаю, это же, можно сказать, одни из самых умных людей. Но как так получилось, что даже царь Ирод и тот поверил, когда он позвал книжников, а говорит, где надлежало родиться царю иудейскому? Они говорят, в Вифлееме. И они при этом, никто ничего не предпринял. Но в наше сердце Господь вселился верою. Мы веру Его принимаем. И для нас, язычников, сегодня день спасения. Мы хотим принимать эту радостную весть о спасении в день Рождества. Друзья, вместе с пастухами, с самыми простыми людьми, давайте так по-простому примем эту радостную весть и будем благодарить Господа за этот день Рождества Христова. Давайте преклоним колени, чтобы Господь благословил нас в этот день и последующие дни. Я тебе, Боже, очень бедно сиял в жизни.
Дорогой Господь, мы в этот воскресный день, в день Твоего Рождества, приходим к Тебе вместе с пастухами, вместе с мудрецами, вместе с Симеоном, вместе с Анной, вместе с Елизаветой, вместе с Захарией, Господь, со всеми праведными и грешными людьми, мы приходим к Тебе, Иисус. Мы открываем наше сердце пред Тобою, Господи, в том сердце, где Ты еще не поселился, в том сердце, где еще так же мрачно, как в ту ночь, когда пастухи увидели этот свет. Просияй этот мрак светом Твоим, вселись в это сердце. Господи, нет большей радости, как переживать радость спасения. Господь, не оставь нас в этот день, а благослови нас особо. Благослови всех тех, которые не смогли прийти сюда, которые где-то вдали, которые где-то еще в поисках Тебя. Господи, пусть эта звезда их приведет к Тебе, к этим яслям, Господь. И дородишься Ты в этом сердце, в черством, каменном, в том сердце, которое сомневается. Господи, развей всякое сомнение. И мы просим, благослови всех тех, которые нуждаются в благословениях Твоих. Прошу Тебя, Отец, благослови дальнейший ход этого служения. Тебе отдаем все в Твои руки для славы Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь. Небес принес добрую новость.
богача, ни мудреца, а беды поле пастуха. Аллилуйя, 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 Христос рожден. Аллилуйя, 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 Христос рожден. Небесный свет. Чудесная звезда и возвестила мудрецам, что царь сошел своим рабам. Аллилуйя, 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 Христос рожден. Аллилуйя, аллилуйя. День Рождества мы вспоминаем о подарке, который нам подарил сам Бог. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Исаия 9:6. Рождество — это праздник Вселенной, это праздник небес и земли, это Божье благословение, торжество беспредельной любви. Сотни ангелов миру вещали, что Спаситель на землю пришел, славя Бога, они ликовали. Человек путь спасения обрел, путь спасения и примирения с мудрым, любящим нас Отцом. Путь духовного единения человека с небесным Отцом. Мой Христос, Ты рассеял мрак ночи, озарил дивным светом сердца. И среди тьмы над землею полночной воссиял светлый день Рождества. О любви и о вечности слова нам Спаситель любимый принес, и в душе чей-то снова и снова Ты рождаешься, чудный Христос. Так ликуйте же, люди спасенные, славьте все в этот день Рождества. Пойте Богу, освобожденные, величайте рождение Христа. Аминь.
сердце хочет добрых сказок, новых чудес. И в ожидании света истинной любви ему навстречу сердце ты распахни. Вифлеемская звезда, миг рождения Христа озарила для тебя небеса. Это яркою звездой освещает путь Бог твой, и любовь его пребудет с тобой навсегда. Ночью Рождества новым смыслом наполняются все слова. Счастье и радость, и надежда, и любовь ему навстречу сердце ты вновь и вновь. Вифлеемская звезда, миг рождения тебя небеса. Это яркою звездой освещает путь Бог твой, и любовь его пребудет с тобой навсегда. Как сотни лет назад горит в ночи звезда, сияет в небеса. И ночью Рождества зовет тебя она, ты подними глаза и посмотри. Вифлеемская звезда, миг рождения Христа озарила для тебя небеса. Это яркою звездой освещает путь Бог твой, и любовь его пребудет с тобой навсегда. Звездой освещает путь Бог твой, и любовь его пребудет с тобой навсегда. Слава Ісусу Христу! Христос народився! Брати і сестри, ми сьогодні, я думаю, кожен із нас ми радіємо, тому що Біблія говорить, що небо раділо, коли народився Христос. Я зачитаю невеличкий текст з Біблії, і ми пороздумуємо над певними текстами, що дало нам народження Ісуса Христа. І ось я зачитаю Євангелія від Матвія, зачитаю з першого розділу 18-й вірш і нижче. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосифом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого.
І вона вродить сина, ти ж дасть ім'я йому Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. До цього тексту, сестри і брати, до цього місця я зачитав. І ви знаєте, сьогоднішній день, коли ми всі говоримо про одне. Ми говоримо про те, що небо подарувало для кожного із нас. Хочу сказати, що я вже в цьому році другий раз святкую Різдво або народження Ісуса Христа. Хтось скаже, чому? Тому що на Україні святкують 7 числа, 7 січня. Ми сьогодні святкуємо 25-го. І стоїть питання, а де ж правильно? Колись один чоловік, він сказав, каже, все це неправильно, тому що 2 народження разом не може бути. Але хочу сказати, що ми не згадуємо і не прив'язані до якогось будь-то дня. Ми говоримо про подію, яка відбувалася більш як 2000 років назад. Біблія – це така книга, яка говорить про певні події. Вона не наводить нам конкретних дат і чисел. Але я хочу сказати, що у Біблії є написано, коли приблизно народився Христос. Я думаю, що ви це знаєте. Я думаю, що кожен із вас ви досліджували і знаєте. Но скажу вам зразу, точно не в грудні і не в січні. Христос народився приблизно, я вам скажу, кінець вересня, початок жовтня. Це є записано в Біблії. Я не буду про це говорити сьогодні, тому що воно не має відношення до нашого спасіння. Воно не має ніякого відношення. Мас відношення є те, що Божий Син став ногою на землю. Оце є важливо для нас. З цього часу започаткувалося визволення людства. Оце є важливе. Але якщо буде колись можливо час, я покажу, якщо хто не знає, як це побачити, коли народився Христос. Отже, ми бачимо, що те, що я зачитав, ми бачимо, що Марія – це була вибрана людина Богом. І пам'ятаєте, певний період часу Марія навіть раділа з цього, що вона є вибраною. Вона казала, всі народи мене за блаженну вважатимуть. І це правда, сестри і брати. Це було важливе для такої людини отримати таку нагороду. Говорять історики, що багато, дуже багато дівчат, вони чекали, щоб бути саме тою вибраною. Але вибір впав на Марію. І ось Біблія говорить, що вона зраділа, коли відчула, що дитинка, вона зраділа цим словам. І більше того, я скажу, коли ангел їй звістив, вона дуже спокійно сказала, я Господня раба. Але проходив певний період часу. І ми бачимо, що це вибрання, воно стало трошки для неї тягарем. Ми бачимо, сестри і брати, що Бог вибрав цю сім'ю. Як вибрав Марію, так вибрав і Йосипа. І що важливо, відбувається, що, як би казалося, це вибраний дуже добре для кожного із нас. Біблія говорить, що ми є вибраний народ. Священство царське, правда? І я хочу сказати, чи багато сьогодні із нас радіють тому, що ми є вибрані. Ви знаєте, брат сьогодні нагадував і каже, що небо раділо. Небо раділо. Чому раділи ангели? Яка була причина радості цих ангелів? Що їм було з цього, що на землю прийшов Божий Син? Сестри і брати, ці ангели раділи за нас. Вони раділи за нас. За те, що прийшло визволення для людини. Ви пам'ятаєте, як в Біблії сказано про чоловіка або приклад про доброго пастиря, який залишає 99 і йде шукати одну. І що там написано? Небо і ангели радіють за цю одну, яка була пропала і знайшлася. Так же само жінка, яка, Біблія говорить, що жінка, яка була, загубила одну драхму,
І так же само, коли вона знайшла, вона пішла кликати інших людей і каже: «Порадійте зі мною, бо те, що було загубилося, знайшлося». І Біблія каже так, що говорю вам так, що так само на небі радіють більш за одного грішника, шукаючи, аніж за 99. І друге місце, те, що я казав, так само кажу вам, радість буває у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І ось коли брат нагадував про те, що велике військо ангелів, яке раділо і казало: «Слава Богу на висоті, мир на землі і в людях добра воля». Ви знаєте, що коли ми поглянемо трошки далі, за ці тексти поглянемо чуть далі, те, що почули ці хлопці, які пасли свої отари, чи насправді збулося те, що мир відбувся на землі, чи ні? Сестри і брати, до двох років, Біблія каже, в Вифлеємі були перші люди або перші діти, це були перші, які загинули за ім'я Ісуса Христа. І стоїть питання, де ж цей мир? І багато людей кажуть: ну ось написано в Біблії, що слава Богу на висоті, ну добре, славу Богу на висоті ми віддаємо. А ось де мир цей на землі? Де ж він є? Його немає. Як була армія римлян на Єрусалимській землі, так і залишилося. О, сестри і брати, до сьогоднішнього дня багато людей чекають саме такого приходу Месії, який би навів мир. Але ми знаємо, який мир дав нам Христос. Але я б хотів подивіться, коли ця сім'я, казалось би, вже згуртована, і ось Йосиф дізнається одну важливу річ, що його наречена, вона є вагітною. І цей чоловік, Біблія каже, що Йосиф був праведний чоловік. Згідно закону, праведний чоловік. Перше, він мав побити жінку камінням. Друге, він повинен був її відпустити. І ось цей чоловік, він вирішує відпустити, не виставити її на посміх. Це видно з того, сестри і брати, що цей чоловік дуже любив Марію, що він не хотів її просто усміяти. Він хотів її тайкома, Біблія каже, відпустити. Праведний чоловік, він боявся нарушити закон. І ось з'являється йому ангел. Коли цей чоловік, Бог, сестри і брати, в нашому житті, він хоче, щоб ми щось робили. Ми, як віруючі люди, маємо щось робити. А що краще, Бог підкоригує. Ми бачимо, що Бог підкоригував. Коли він сказав: «Я відпускаю», Бог каже: «Ну, не відпускай її». І ми бачимо далі. Ось на цю сім'ю вже виникли проблеми. Представте собі, молода сім'я, їм треба втікати в Єгипет з дитинкою. Хочу сказати, що ще було нагадано про те, що пастухи, які отримали от таку вістку, вони сказали, за братом було нагадано: «Підемо і подивимося, про що сповістив нам Господь». І коли вони пішли, вони вклонилися, і Біблія каже, що вони почали розказувати багатьом. Я говорю це своїми словами. Почали розказувати багатьом. Ви знаєте, можна було б і повірити насправді. Вифлеєм і Єрусалим недалеко. Біблія говорить, що з'явилися мудреці, які прийшли в Єрусалим до Ірода, і вони запитали Ірода, де народився цар юдейський. Біблія каже, що Ірод затривожився. Цар юдейський, тому що Ірод не був юдейський, Ірод був язичником. І ось Ірод затривожився. Він дійсно випитував і пізніше каже: до 2 років маленьких дітей винищити. Це означає, що практично, сестри і брати, до 2 років Єрусалим не чув про народження Месії. Якщо б Єрусалим чув, Ірод почув би першим. Но Ірод не чув. Це означає, що пастухи те, що почули, вони розказали.
Але вони не розказували так, як жінка, пам'ятаєте, Анна Нафаноїлова, яка ходила і всім про Єрусалиму розказувала, Біблія говорить. Тому, сестри і брати, можливо, ми сьогодні один одному говоримо про те, що народився Христос. Але, можливо, наші сусіди чуть далі, вони навіть не знають цього. Вони розуміють і знають свято по-своєму. Но ми повинні пояснити людям, що таке є народження Ісуса Христа. Ви знаєте, вибраний народ і особливо ця вибрана сім'я, це було дуже велике вибрання і до них є велика вимога. Ви пригадуєте одне місце з Біблії, я ще зачитаю, покажу деякі тексти. Ви знаєте, Бог ставиться до кожного із нас по-різному. До мене і до вас. І деколи буває, що Бог на одно і ту же питання відповідає по-різному. Одному відповідає одне, а другому по-іншому. Давайте подивимося на двох людей. Ще згадаємо двох людей. Марія і Захарія. Ви знаєте, що народження Івана Хрестителя і Ісуса Христа було або сталося дивним чином. Воно відбулося надзвичайним методом. Захарій і Єлизавета, вони були старими. А ось Марія, вона була дівчиною. І Біблія каже, що їм обом з'являється один і той же ангел. Ім'я цьому ангелу Гавриїл. І ось Біблія каже, що Гавриїл звернувся до Марії, і до Захарії. Я зачитаю. А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. І Біблія каже, ангел пророк до Захарії, я Гавриїл. Отже, один і той же ангел. Одні практично шість місяців різниця в цьому часі. І далі, сестри і брати, дивіться. Ангел говорить до Захарії. Захарій це був священник, який керував, вів службу в храмі. І ось ангел провіщає такі слова. І коли з'явився йому ангел, стривожився Захарій і побачив, і острах на нього напав. А ангел промовив до нього, не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя і дружина твоя Єлизавета сина породить тобі, ти ж дасть йому ім'я Іван. І далі описується, і далі. І промовив Захарій до ангела. Із чого я пізнаю, як старий я і дружина моя вже похилого віку? Отже, цей чоловік, він розумів, що він і його дружина вже похилого віку, що практично повинно відбутися чудо. І далі ангел говорить. А ангел пророк йому у відповідь. Я Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений няв був словам моїм, які збутися мають часу свого. Сестри і брати, отже ми бачимо, вийшло певне пояснення. Ангел з'являється до чоловіка Захарії, священника, хочу зауважити, і звертає йому, говорить, в тебе народиться дитина. Цей чоловік дуже просто каже, таке неможливо, як це має бути і як я це знаю. І ось ангел йому говорить, ти замовкнеш. Він запитує, чоловік запитує, він хоче довідатися реальні і правильні речі, він запитує. І ось далі, сестри і брати, давайте подивимося. І ангел йому сказав, ти замовкнеш. Давайте подивимося на відносини, на що сказано було Марії. Радій, благодатна я, Господь, з тобою. І далі я зачитаю 30-й вірш. А ангел промовив до неї, не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І далі 34-й вірш говорить так. А Марія озвалась до ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? Отже, Марія запитала і запитав Захарій одні й ті ж слова. Захарій сказав, що із чого пізнаю я, це, я ж старий. А Марія сказала, як же станеться це, коли ж я мужа не маю? Дві категорії людей.
і два одинакових практично запитання. І дивіться, як відповів Гавриїл, відповів Захарії, цей замовк. А Марії він відповідає так. І ангел промовив у відповідь їй: Дух Святий зліне на тебе, і Всевишнього сила огорне тебе через те, що святе, що народиться, буде Син Божий. Сестри і брати, дуже прості запитання і дуже проста відповідь. Ми бачимо, Марії Бог пояснив. Марії Бог все докладно пояснив. А Захарії сказав, що ти замовкнеш. Чому? Брати і сестри, Марія – це молода дівчина, яка ще добре і достеменно не знала, що таке Бог і як Бог говорить. Захарія – це є священник, який стояв і служив у храмі. І хто-хто, як не Захарія, мав би вірити словам, які сказав ангел. І тому за те, що Захарія не повірив словам ангела, він запитав, він навіть не сказав, що він не повірив, він просто запитав. І ангел каже, ти ще сумніваєшся, тому ти замовкнеш. А Марії пояснив. Два однакових питання, сестри і брати, і так же до нас. Ми кажемо, що ми народ вибраний. Ми вибраний народ священство царське. І це правда, сестри і брати, Бог нас вибрав. Але стоїть питання, для чого Бог нас вибрав? Що Бог хоче від нас? Ви пам'ятаєте, Бог вибрав ізраїльський народ. І Біблія каже, в книзі чисел Бог записав такі слова, що Він залишив язичницькі народи для того, щоб Ізраїля випробовувати ними, чи він не буде відступати від законів і заповідей. А до нас, сестри і брати, Біблія каже, що ми є лист Христа. Всіма читаємо. А тепер подивіться, ми є тими, хто дивиться на нас і каже, оце його Бог, або оце їхній Бог, або це вони служать такому Богу. Ви чули такий вислів, коли казали, тобі чи тобі цього не можна? Чому? Тому що ти віруючий чоловік, сестри і брати, і це важливо для нас. Тому що по нашій поведінці, по нашому житті, по нас багато людей бачать образ Бога. І ось, сестри і брати, що я хочу сказати. Ви знаєте, сьогодні братом було нагадано, і 70 учнів, які вернулися і казали, що вони радіють з того, що їм коряться духи. Але Христос каже, ви з цього не радійте. Є краща радість, що ваші імена записані на небесах. І ви знаєте, я можу сказати одне. Сьогодні ми не маємо поводу для того, щоб сумувати. Можливо, є багато людей, які сумують сьогодні. Я хочу сказати, ми маємо такі тимчасові незручності. Але є один привід, сестри і брати, коли ми повинні сумувати. Є один привід, і я його скажу пізніше. А зараз я вам скажу інші, сестри і брати. Пам'ятаєте такого чоловіка на ім'я Савел, коли він зустрівся з Господом? І коли він зустрівся з Господом, Бог йому показався, Христос йому сказав, що він має робити. Вірніше, він запитав, каже, що мені робити. Христос йому сказав, куди і що йти. І ось він приходить в одне місце, і там він залишається в Дамаску. І приходить один чоловік, якого Бог посилає. І зауважте, коли Бог посилає цього чоловіка, цей чоловік каже, я не хочу йти до цього Савла, я чув про нього. Але Бог каже, йди, бо це вибрана посудина, правда? Він вибраний чоловік для того, щоб носити моє ім'я між народами. Але більше того, я покажу йому, каже Бог, скільки він має страждати за імення моє. От вибраний чоловік, сестри і брати. І Біблія показує, що цей чоловік має страждати. Дуже цікава річ. Але Біблія вчить нас, що ми не тільки повинні царювати, але ми повинні і страждати. І ось я не хочу сьогодні говорити про те, щоб страждати. Тому я ще раз говорю, як ангели звіщали, і ангели говорили про вістку, яка звіщається всім людям,
то я хочу нагадати про те, що вони говорили про радість і про мир, який Бог посилає. Біблія говорить нам, що Бог посилає нам духовні благословіння. І коли ми читаємо в текстах Біблії, де є написано про радість, про те, що ми повинні радіти, то там сказано дуже багато. В Біблії написано, в Євангелії написано, в Новому Заповіті 365 раз радійте. Отже, сестри і брати, це показує, що кожен день і кожний час ми повинні радіти. Але в чому є наша радість? І деколи буває, що нашу радість щось забирає. Ви знаєте, якщо ми прив'язані до чогось, то того, до чого ми прив'язані, скоро його не стане. Тому що, ви знаєте, людина молода, прив'язана до життя. Людина щось купила, прив'язана до цього. Вона радіє. І справді це є радість. Але проходить день, коли втрачається це, коли втрачаються роки молоді життя, і людина починає сумувати, тому що її радість була залежна від чогось. Но Біблія вчить нас, щоб ми раділи незалежності від цього, тому що наше життя, воно є записане на небесах. І ви знаєте, в Біблії можна ще багато говорити про те, що про радість, про народження Ісуса Христа, що прийшов, приніс Христос, про той мир, який подарував Христос в серці людини. Ви пам'ятаєте, ми згадували не раз, що люди, які перші люди, які пішли за Христом, Біблія нам нагадує, що вони страждали з ув'язненими, і грабунок свого майна вони віддавали з радістю. І сьогодні стоїть питання, цікаві люди, правда? Але Біблія це пише, це не я говорю, а в Біблії так написано. Більше того, апостол Павло до коринтян, він каже, повідомляю вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським. Апостол Павло, він нагадує македонські церкви. І він каже, я вам нагадую про цю благодать, яка була дана цим македонським церквам. І далі він каже, що серед великого досвіду гор'я вони мають радість рясну, і глибоке їхнє убогство збагатилося багатством їхньої щирості. І казалось би, де взялося це? Звідки вони взяли? Звідки вони розуміли? І ось Біблія далі пише і говорить такі слова. До Солунян апостол Павло пише і каже, бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові. Не тільки у слові, а далі каже, а й у силі і в Дусі Святім. З великим упевненням ви знаєте ви, які ви були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачі нам і Господеві, апостол Павло пише і каже, слово прийнявши в великому утискові з радістю Духа Святого. І далі каже, так що ви стали взірцем для віруючих у Македонії і Ахії. Отже, ці люди, солонян, вони прийняли слово в великому утиску, але вони раділи в Дусі Святому. Вони раділи, що Дух Святий залишається і живе в їхньому серці. І ось після цього вони таким стали прикладом. І далі Біблія каже, бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Ахії, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно казати нічого. Сестри і брати, те, що я казав, ми є лист Христа. І нас читають всі люди. І коли Біблія нам говорить про те, що ми є взірцем. І ось Солонянська церква, яка спочатку була такою, якою потрібно. І ось Біблія каже, що вона стала взірцем для інших людей. Вона стала взірцем. І хочу сказати, сестри і брати, я буду закінчувати, але є одне те, що я казав, що ми маємо сумувати. На цій землі в нас є тимчасові незручності, через які нам приходить сум. Біблія каже, і Христос вчив і казав, ви знаєте, каже, що не будьте як лицеміри, які сумують і постять. Ми навіть як постимо, не повинні бути сумними. Більше Біблія вчить нас, що Христос сказав до учнів, прийде час, і ви будете сумувати. Але пізніше ви будете радіти, і радість ваша вже не буде мати кінця.
Отже, Біблія каже, що певні важливі моменти в нашому житті ми маємо сум. Ми певний час сумуємо, але це тимчасові незручності. Це не є важливі речі в нашому житті. Ми повинні радіти в Господі, тому що прийшло на землю спасіння. Но я хочу одне сказати, чому ми маємо насправді сумувати. Я надіюся, що серед нас таких людей немає, які би мали привід сьогодні сумувати. Перше, сумувати повинна людина, яка не примирилася з Господом. Біблія говорить нам, що Христос через віру замешкав в наших серцях. І далі каже, бо я буду у вас Духом Святим. Отже, сестри і брати, перше, людина має можливість і право сумувати, яка є неспасенною. Тому що життя вона на майбутнє не має. Христос прийшов на землю, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Оце перше, сестри і брати, що є дуже важливе на сьогоднішній день. Це для тих людей, які не прийняли Господа. Сьогодні, в цей радісний день і час, є можливість для того, щоб маленький Христос, як колись він прийшов на цю землю, прийшов, приніс мир, щоб сьогодні Христос вірою замешкав в наших серцях. Друге, сестри і брати, чому ми маємо або повинні сумувати, це, я скажу, є така одна прекрасна пісня. Вона співається на всій, на російській мові. І ось пісня приспів говорить так. Ллються сльози у царя Давида. Разві мало злата й серебра? Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня. Сестри і брати, для Церкви Христової, для вас кожного з нас, перегляньмо своє життя, і ми повинні правильно розуміти, якщо ми відчуваємо таку річ, ми повинні, це є повод для того, щоб задуматися. Но коли наше серце в грудях б'ється, знайте і пам'ятайте, все повернути можливо кожний день і час. Амінь. Хай вас Бог рясно благословить. Давайте помолимося. Халілуя, слава тобі, Ісус. Амен. Халілуя, слава тобі. О, амен. Халілуя, слава тобі, о, Ісус, ми славимо Твоє ім'я, величаємо Тебе і прославляємо, що Боже, Боже, дорогий Твій слово Твоє життя, ім'я Ісуса просить Себе, о, рамен Твоє, халілуя, слава Тобі, Господь, ми славимо Тебе, Господь, когда человек обращается, Господь, спасает сердце, перед Богом, который восстанавливает, чтобы мир во Христе Иисусе. Армияуден, термин из правды, когда вода на виду из правды, термин из правды. Бог, пусть радость Духа Святого наполняет каждое сердце, и на этом месте мой Господь. О, рамена, наебили консум, турми, вещей. Пусть радость Господи наша, пусть радость страдает, и Духа, Величаємо ім'я Твоє, Ти достойний слави, слава, 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 парамент, слава, 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 Господи Иисусе, ощущай Твою близость, аллилуйя. Халілуя, слава тобі, Господь. Боже дорогий, ми ще раз приходимо перед лице Твоє. І найперше ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти, Боже мій, послав свого Сина на цю землю, для того, щоб ми отримали таке дорогоцінне спасіння. Ми не варті були того, Господь. Ми не варті були того, щоб Ти віддав своє життя за нас. Але, Боже мій, ми дякуємо Тобі. І сьогодні, Боже, коли ми згадуємо це народження Твоє, ми просимо Тебе, Господь, щоб насправді наші серця, вони раділи, Боже дорогий. Але я прошу Тебе, Господь, якщо є серед нас люди, які ще не мають цієї радості, які, можливо, втратили радість свою через певні обставини життя, можливо, обставини життя, вони затискають людей, як в тіску,
Христі, я прошу Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, нехай, Боже мій, Святий Дух торкнеться тих людей, які ще не отримали спасіння, які ще стоять осторонь, які ще дивляться на принади цього світу. Але ми віримо, Господь, що Твоя близькість, Боже мій, вона є набагато краща, ніж те, що дає світ. Твій мир, Боже мій, який Ти послав в серця людини, він є кращий, як той мир, який дає світ. Тому я прошу Тебе, Боже мій, щоб Ти сьогодні нагадав кожному із нас, що символізує народження Твоє, Господь, щоб ми істинно раділи з цього, що Ти прийшов на цю землю, що це велика тайна благочестя, що Бог ногою став на цій землі. О, Боже, ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, що Ти записав наші імена на небесах. Хвала Тобі, честь Тобі, подяка, наш Троєдиний Бог, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Yeah.
Свет в окне угас, рождественская песня вновь звучит для нас. Что зажглась однажды яркая звезда, пусть горит не гаснет в сердце никогда. Пусть горит не гаснет в сердце никогда. Иисус рожден, в ясли положен, там, куда звезда ведет, ожидает он. Песня Рождества миру принесла свет, надежду, веру и любовь. К яслям Вифлеема мудрецы пришли и дары от сердца Богу принесли. Пусть несется песня в небеса моя, к ясным Вифлеема поспешу и я. К ясным Вифлеема поспешу и я. Ведь Иисус рожден, в ясли положен, там, куда звезда ведет, ожидает он. Песня Рождества миру принесла свет, надежду, веру и любовь. Звезда ведет, ожидает он. Песня Рождества миру принесла свет, надежду, веру и любовь. Иисус рожден, в ясли положен, и куда звезда ведет, ожидает он. Песня Рождества миру принесла свет, надежду, веру и любовь. Только лишь без снегов и метели, чтобы гибнущим людям помочь, чтобы вечную жизнь все имели. Также звезды мерцали вдали, и луна одиноко бродила. Только ангелов чудная песнь старый мир к новой жизни будила. Чудный гимн я-то слышу сейчас. Пастухи у огня, свет в пещере. Эта песня святая не раз прибавляла мне силы и веры.
каким я то слышу сейчас. Пастухи у огня свет пещере, эта песня святая не раз прибавляла мне силы и веры. Знал ли он, что его в мире ждет, для чего ему дано родиться, что толпа его зверски распнет и жестоко над ним наглумится? Знал ли он, что с толпой рыбаков увлечет он полмира с собою, и что сквозь полусумрак веков мы пойдем за ним той же тропою? Да он знал, что его предадут на лишение, страдания и муки, что гвоздями ко древу прибьют его чистые добрые руки. Он восхотел оставить славу неба и, умолившись, вид раба принять, неповторимый властелин державы. О, кто бы мог любовь его понять. Грядущих земных поколений, и над грешной землею взойдет ярким солнцем святое спасение. Для того он родился в ту ночь, и о том хоре ангелов пели, что пришел он всем людям помочь, чтобы вечную жизнь все имели. Для того он родился в ту ночь, и о том хоре ангелов пели, что пришел он всем людям помочь, чтобы вечную жизнь все имели. Мир вам, церковь. Я думаю, Христос достоин не только сегодня, а во все времена, во все веки смотреть с удовольствием на подвиг души своей. Прекрасно слышать вот это пение, прекрасно слышать слово. И мы были свидетелями, что в воскресенье наши детки, и все мы поем об одном, о том, что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы нам принести спасение. И Он среди множества народов, среди множества племенов нашел нас. Слава Богу, Он нашел нас. Наше служение еще не заканчивается, еще будет одна проповедь. Мы просто выслушаем некоторые поздравления, вместе прочитаем наших братьев, которые нас поздравляют, благословляют. Это служители, которые посещают наши церкви. Прочитаем некоторые объявления и помолимся. Давайте особенно в этот день, сегодня братья предложили, чтобы мы даже наши нужды не говорили, но выразим их в форме благодарности, в знак того, что Христос для нас много сделал. Давайте настроимся только сказать благодарность, и мы верим, что Бог нам поможет. Нас поздравляют братья, это Иван Симонович с Миннесоты, это Петр Нестерцов, Саут-Каролина. Это Вячеслав Боечко с Кентаки, брат Аганес, Анатолий Резниченко, Павел Анофранчук с города Москва и Григорий Касап из штата Нью-Йорк. Все эти братья желают мира, желают любви, желают, чтобы мы, как Церковь Христова, смогли исполнить свое предназначение на земле. Пускай Бог также благословит и их. Мы также в молитве. Давайте мы настроимся, благословим друг друга.
Поблагодарим Бога особенно за этот день, за то, что мы в таком прекрасном можем жить городе, можем жить в этой стране, где нету никаких нам притеснений, мы можем свободно петь, наши детки, наши даже арфы, наши инструменты, все поет о Христе. Пускай Бог прославится. Давайте мы напомним еще график служений. Значит, вечернего собрания сегодня не будет. Вот. Но мы настроимся, друзья, давайте мы настроимся действительно провести этот день до конца, это Рождество, чтобы оно было славным. Наша молодежь приготовила пение, песни. Они могут посетить наш дом, если вы позвоните брату Павел Кушнир. Они расположены приехать послужить нам. А среда завтра, то есть это будет продолжение Рождества. Не будет разбора, но мы будем продолжать, рождественская тема будет. В пятницу, как всегда, служение на 7 вечера. И давайте помнить, что это практически последняя пятница в этом году, 2018. Давайте, кто может, у кого позволяет возможность, прибудем в посте, в молитве и вечером придем. Пускай Бог поможет. Следующее воскресенье, как всегда. И еще напомним, что Новый год, встреча Нового года на 7 вечера будет в понедельник. В 7 вечера. Вот. Специально мы так сделали, чтобы было удобно молодым людям, среднему возрасту и старшим, даже с нашими детками, чтобы мы могли прийти с семьи, сколько уже Бог позволит, будет служение, и молодежь, планируете быть в церкви. Пускай Бог благословит. Есть одна записка благодарности, я ее прочитаю. «Хочу благодарить Господа вместе с народом Божьим за новорожденную чудесную доченьку, а также, чтобы Бог помог восстановиться моей возлюбленной, и Божья охрана, устройство и благословение было над нашим домом». Вова Шостак. Если у вас есть благодарности, вы просто поднимите руки, и мы вместе с вами поблагодарим Бога. Есть благодарности и много рук. Слава Богу. Я думаю, Бог достойный, чтобы мы Его благодарили. И также, если даже у нас есть нужды, мы тоже им за них также поблагодарим и верим, что Бог сделает, как Писание учит. Он поможет нам. Встаем на наши ноги и будем молиться. Аллилуйя Тобі, наш Бог. Аллилуйя, слава Тобі. Аллилуйя, хвала Тобі, Бог, благословений за цей день. Слава Тобі, Господи, за Твій славний прихід, за те, що Ти прийшов на цю землю. Боже, ми дякуємо, Господь, що Ти послав Сина Твого. Ми дякуємо, Господь, за мир, який Ти приніс на землю. Слава Тобі, Бог наш. Ми, Господь, приєднуємося до Тих хорих ангелів, і ми хочемо разом прославити ім'я Твоє. Ми хочемо разом подякувати. Боже, зроби уста наші способними, щоб ми могли подяку Тобі, віддати честь Тобі, прославити Тебе, достойного святого Бога. Господи, ми дякуємо Тебе за цей час добрий, за те, що ми маємо це приємне служіння, Господь, можемо слухати про Твоє славне прихід Твій. Алілуя, слава Тобі. Благословений Бог, ми щиро вдячні Тобі, Господь, за ці дні святкові. Ми щиро вдячні Тобі, Господь, що Ти послав Сина свого Ісуса Христа на цю землю. Ми дякуємо, Господь, що Ти звершив спасіння. Ми дякуємо, що Ти нас знайшов серед багатьох людей. Господь, Ти нам відкрився. Боже, поможи, щоб наші уста були вдячними Тобі. Не тільки в ці святкові дні. Щоб ми, наші уста і наше життя, ми показували вдячність Тобі, коли ми вийдемо з цього місця, з дому Твого. Боже, ми дякуємо Тебе за все. Ми дякуємо, Господь, що ми можемо славити Тебе, живого Бога. Ми дякуємо за те, що ми маємо достаток, що ми можемо, Господь, в цій країні, з різних городів, країн ми приїхали сюди, і Ти нас зібрав під кров дома цього. Боже, слава Тобі! Поможи, милосердний Бог, наповни уста наші хвалою, наповни життя наше подякою, Господи, щоб ми дійсно достойно прославили. Благослови це служіння. Благослови, Господи, далі, хто буде говорити Слово Твоє. Ми читали подяки, і ми согласилися в цій молитві. Господь, дякувати Тебе за все. Навіть коли в нас є трудності, Боже, коли переживання, Боже, ми приносимо подяку за все. Хоч нелегко, Боже, і ми віримо, що Ти вийдеш на зустріч народу Твоєму, і ми ще більше будемо піднімати наші руки, піднімати наш голос і славити ім'я Твоє. Боже, поможи.
оцінити. Поможи нам, Господь, ці святкові дні дійсно провести правильно в страхі перед Тобою, щоб це свято продовжувалось не тільки в ці дні, щоб воно продовжувалось все наше життя, поки нам прийдеться зустрітися з Тобою. Благослови надалі. Це, що ми об'являли, служіння, яке будуть надалі, Новий рік перед нами. Господь, поможи нам до кінця переглянути життя своє. Можливо, що було не так, Господь, поможи народу Твоєму, нам, церкві, правильно передивитись, щоб ми могли перейти в той Новий рік, який наступає, правильно ходити і дійсно славити ім'я Твоє. Благослови нас надалі. Тобі хвала, подяка за все нехай буде, як Богу Отцю, Сину, Святому Духу, повіки. Амінь. Хвала нашому Господу! Христос народився! Merry Christmas! Дійсно, по-українськи чуть гарніше звучить. Слава нашому Господу! О, ви, напоминаючи о Господі, не умолкайте! Поэтому сьогодні ми вместе собираемся, вместе прославляем нашего Господа Иисуса Христа, что был тот день, когда Он пришел на эту землю. И сердце наше должно радоваться сегодня, как никогда, когда все наше служение, оно концентрируется на нашем Господе, что Он пришел на землю, чтобы примирить нас с Отцом Небесным. Все мы одинаковые на этом месте. Все мы имеем тело, все мы имеем свои заботы. And a lot of times I think we forget the true meaning of Christmas for those who can understand me. We get too busy. И с этой занятостью, такой вот, with our busyness, подходит этот день. Какой сегодня день? 25 или 24? Я моей жене спросил, и она меня обличила. Чуть говорит, ты не знаешь? Не помню, 24 или 25, оба такие дни, которые здесь исправляют в Америке. 25 сегодня. И когда приходит 25, мы уже очень сильно уставшие. We're tired, we're worn out, потому что мы влились в эту культуру, влились в такое понимание, что начиная Thanksgiving dinner, мы уже готовимся на Рождество. Уже просматриваем, что на сейле будет on Black Friday, уже покупаем, follow the Christmas list, и начинаем скупляться. Или никто это не делает. Почему-то у нас такое оно зародилось, все мы одинаковы. В основном все мы это делаем. Идем на интернет, в этом году мы опыта чуть набрались, жена пошла на интернет, надо было детям одежду. На интернете скупились и не шли в магазин в пятницу. И мы как-то учимся, опыт набираем, но все равно, когда приходит этот праздник, многие из нас подготовка, вот это свято идет, прибирать дом, готовить пищу, делать эти карточки, фоткаться с семьей, вызывать, нанимаешь, платишь, делаешь, раздаешь людям, улыбаешься. Ночами не спишь, готовишься, делаешь все для детей, делаешь все как лучше. Елку, кто ставит елку, делают, украшают, огоньки высвечиваются, колядки поются. И когда приходит день или смысл, когда мы слушаем Слово Божие, и когда брат проповедует, что должна быть радость в нашем сердце, какая радость! Быстрее бы до 10 вечера лег бы и отдохнул. Так оно есть. В основном так оно и есть. Когда приходят праздники, мы забываем о том самом главном. Столько много практики, репетиций. Поют, два месяца поют, репетируют. И когда праздник приходит, мы поем, мы проповедуем, мы приходим в Дом Божий. И нету, отсутствует той искренней радости, которую мы должны все иметь во Христе Иисусе. Поэтому мое желание сегодня, возможно, не так долго проповедовать, но просто напомнить нам о главном, что происходило на земле. Когда пришел Иисус Христос на эту землю, что произошло? И человек, мы знаем, он отдалялся от Бога.
Sin came into the world and men got separated away from God. Men drifted away from God. God and man did not have a direct relationship. Случилось, можно сказать, такое, ну, отдаление, если есть такое слово. Ну, разошлись человек с Богом, пришел грех. И то, что Бог задумал вначале, чтобы человек ходил с Богом и общался с Ним лицом к лицу, не стало. И план спасения, он совершался от самого начала, как мы сегодня слышали. И приходит то время, когда мы читаем в Исаии такой прекрасный стишок. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ремнинах его, и нарекут ему имя чудный». Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. For a child was born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Аллилуйя нашему Богу! Пришло это время, и как тут написано, что этот сын, он был дан нам. Родился нам. Пришло полото времени, как мы слышали, и он пришел для нас с вами. И когда мы это все принимаем, что Бог в великом своем плане видел меня и в том числе, и тогда великой премудрости своею он совершал все это, видя свою церковь наперед. Предвидел сегодняшнее служение, предвидел свою славу через свой народ. Он все это видел наперед, и Сын был дан нам, слава Ему. Он будет князь мира нашего. That's what Christmas is all about, Prince of Peace. A son was given to us. Мир Божий. Если он отсутствует в нашей жизни, то никогда не будет той радостью. И брат Игорь старался очень сильно воздержаться от этой темы. Никогда не будет радость, если мир Божий отсутствует в нашем сердце. И явился Иисус Христос. И главное то, что Павел говорит в Римлянам, 5 глава, первый стишок. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Итак, оправдавши верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вот это первое. Это мир с Богом. Peace with God. Сегодня ты можешь только это ответить, если у тебя мир с Богом. Do you have peace with God? Do you have peace with God? Павел умоляет, и он говорит, мы как слуги Христа умоляем вас во имя Христа, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. И там что-то было, это было моление, умоление. It was a plea to mankind. Make peace with God. Be reconciled to God. Find peace with God. We as ambassadors of Christ, we urge you, we plead with you, make peace with God. That is the good news. И каждый из нас на этом месте, мы имеем возможность сегодня это иметь в своей жизни. Но сегодня, когда отсутствует это в нашей жизни, мы всегда увлекаемся чем-то другим. Приходит разное в нашей жизни сразу. Приходит развлечение, certain kind of things that distract us from God, to dull our conscience, to dull the voice of the Holy Spirit in your life. Мы начинаем увлекаться чем-то другим, каким-то в зависимость впадаем. Что-то делаем, что не надо. Если вас это касается, вы знаете, что это может быть в вашей жизни. Мы начинаем увлекаться даже какими-то таблетками, чтобы нас успокоить вечером и заснуть, чтобы сердце успокоилось. Оно есть в нашей жизни.
бывает разное, когда мы знаем, что нету того мира с Богом, и нам нужно чем-то заглушать это внутреннее, что в нас есть у каждого, и мы попадаем в грех. Мы отвлекаемся на какое-то время, но ничто, никогда, ничем ты не можешь заглушить то, что Бог в тебе производит. Никогда мы не можем себя чем-то отвлечь достаточно, чтобы уйти от этого внутреннего голоса, то, что Бог заложил для каждого. We all have a voice of God, the voice of the Holy Spirit that is given to us. Even our conscience bears us witness to get reconciled with God, make peace with God. And a lot of times we find ourselves doing other things, not making peace with God, because we're scared to come up to Him. We're scared to admit that we're in need. Мы в страхе ходим, и мы знаем, что страх, он не от Бога. Он не от Бога. Написано, князь мира, он пришел для нас. Это один из имен нашего Господа, князь мира. И ангел возвестил, будет радость всем людям. Я когда год готовился с сыном проповедь, я говорю, Тим, будет радость для тех людей, которые примут Спасителя. Будет наша радость в нашей жизни тогда, когда мы примиримся с Богом. Тогда радость будет. Если мы совершаем примирение с Господом, если оно есть в нашей жизни, мы блаженны с вами. И бывают разные времена, и сегодня, возможно, мы сегодня сидим, и многие из нас находят себя на таком положении в тревоге. Господи, что будет? Как будет завтра? Что будет третьего дня? Что будет с моими детьми? Господь! А Господь Иисус сам отвечал, не заботьтесь о завтрашнем днем. Не переживайте о завтрашнем днем. Не переживай, что будет. И когда Господь Иисус ходил с учениками на этой земле, Он им очень интересное слово говорил в самом конце, когда мы читаем от Иоанна. Он им дает краткое наставление. Я хочу с вами это прочитать. Это будет от Иоанна 14 глава, 27 стишок. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Есть мир с Богом. Есть оно. И я думаю, большинство из нас на этом месте, мы примирились с Богом. А есть мир Божий в нашем сердце. Когда ты ходишь с Господом, когда ты знаешь и ты уверен, что Господь Бог, Дух Святой в тебе, ты не огорчаешь Дух Святой, Он в тебе прославляет Отца Небесного. Ты знаешь, ты примиренным с Богом. Ты знаешь, хотя в жизни твоей есть тревога, есть нужда, хватает этих переживаний, но ты сидишь, и твое сердце, оно успокаивается у Господа Саваофа, Авва Отче, князь мира нашего. Написано Псалмом 118, Псалом 165 стишок. «Велик мир, любящий закон Твой, и нет им преткновения». Those who love your law have a great peace, and nothing causes them to stumble. Dear friends, those who love your law have a great peace. Божий народ, который пребывает в Его Слове, который живет в Его присутствии, нет им преткновения. Это Слово Божие. И великий мир будет в его сердце, будет в его жизни, будет сопровождать его, будет в его делах, будет через него происходить мир Божий. И сам Иисус говорит, когда входите в дома, говорите мир дому сему. И сам Иисус это делал. И когда Иисус исцелял, Он говорит, иди с миром. Прощаются твои грехи, иди с миром, вера твоя исцелила тебя. Мир Божий сегодня, он так необходим для церкви Иисуса Христа. А его у нас нет,
потому что мы избегаем Бога, избегаем примирения с Богом. Да, оно было однажды в твоей жизни, но повседневная жизнь, хождение с Богом, in your daily walk with God, you must, and a Christian must experience a peace of God, the rest of God in his life daily on a continual basis. Всегда оно должно быть в нашей жизни. Иисус сам сказал, что в мире будет очень сложно. В мире будет иметь переживания. Христос это все предвидел, что будет в этой жизни у апостолов. Будет гонение, будет у вас волнение, будет у вас вопросы, но меня не станет. Вы будете нуждаться в советнике, а я вам посылаю. И Господь Иисус говорит, мир мой даю я вам, примите. Может, сегодня не хватает этот мир в твоем сердце. Он у Господа Иисуса. Написано в Слове Божьем, Он есть мир наш. Он есть мир наш. Это за Иисуса Христа говорится, когда Он воплотился на землю эту, чтобы примирить с тобою, с Богом, чтобы поселить мир Христова в твою жизнь и дать тебе свой мир. Он желает это сегодня делать и продолжать это делать в твоей жизни. Поэтому сегодня, когда этот праздник происходит в твоей жизни, и ты вспоминаешь рождение Иисуса Христа, помни, что Иисус Христос родился, чтобы дать тебе мир с Богом, и потом, чтобы в твоей жизни присутствовать своим миром. Чтобы твоей жизни, твоя жизнь была наполнена миром. Что происходит? Не вникаем в Божие Слово, не пребываем в Божие Слово, и поэтому притыкаемся, поэтому приходит и грех, поэтому приходят и страхи, и сомнения, и дьявол страшит нас, потому что непримиренные с Богом, и Божий мир отсутствует в нашей жизни. А праведник должен быть спокоен. А где доверие Богу нашему, когда мы следуем за Иисусом Христом? И когда приходят испытания тяжело в нашей жизни, переживания, где Божий мир в твоем сердце? Когда у тебя возникает тревога, когда тебе сообщают какие-то новости, как мы реагируем сразу? Вот а Бог дал мне отчасти чуть-чуть пережить. Вчера я лежал, в эту ночь лежал на подушке просто. И такой мир в сердце. Вопросов очень много. Тревог очень много. Нужд хватает. Каждый переживает свои трудности. Но человек, который пребывает в Слове Божьем, который вникает в закон Его, он тверд. Он спокоен. И Бог дает, и как-то дал такое пережить просто умиротворение Иисуса Христа в сердце. И я верю, это желание Духа Святого, чтобы каждый на этом месте пережил этот мир сегодня. Восстановился мир Божий в твоей жизни, в твоем сердце сегодня. Я верю, это желание Духа Святого сегодня, чтобы ты не только пел эти колядки, не только напоминал другим, но чтобы ты был носителем этого мира Иисуса Христа. Да, мы письмо читаемое. Да, мы люди, которые должны нести Евангелие. Но если отсутствует мир Божий, какое там Евангелие? Его нет. Оно там где-то закопанное, где-то позабытое. И чем-то мы увлеклись другим. Но Иисус Христос желает, дабы Его мир царил в твоем сердце сегодня. И Павел говорит, я умоляю вас, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Иисус Христос сделал нас, дал нам такую возможность, сделал нас способным примириться с Богом, братья и сестры. Поэтому в эти праздничные дни
до конца Нового года и после Нового года помни, помни, что Иисус Христос, He is the Prince of Peace. He desires to always give you peace. He does not desire for you to run away from Him, but for you to come back and make peace with God through Jesus Christ, who is the Prince of Peace. Сегодня есть ли радость в твоем сердце? Скажи это, ответь это искренне в себе. Есть ли радость в твоем сердце? Переживаешь ли ты присутствие в твоем сердце? Нуждаешься ли ты прикосновения и мир Божий в твоем сердце? У Него все ответы. Он есть начальник и совершитель нашей веры. Аллилуйя! Он есть мир наш, братья и сестры. Поэтому к такому Иисусу Христу мы сейчас будем преклоняться. И дай Господь, чтобы как Симеон в свое время, когда он соприкоснулся с этим Спасителем, он говорит, ныне отпускаешь раба своего с миром, ибо увидели очи мои спасение твое. Аллилуйя. И сегодня, когда ты будешь уходить с этого места, мое желание, дабы мир Божий наполнял твое сердце, наполнял твой дом, наполнял всю твою жизнь. А во отче, чтобы ты возрадовался пред Господом Богом Спасителем твоем. А это может быть, если ты примиришься с Ним сегодня. И несмотря на эту всю подготовку, которая совершалась в твоем доме, несмотря как уставшее твое тело есть сегодня, Он может дать свой мир душе твоей. Аминь. Он может дать свой мир душе твоей. Он есть Царь мира. Аллилуйя! Давайте склонимся пред нашим Господом. Отдайтесь Духу Святому, обратитесь к Нему. Пусть мир Божий владычествует в сердцах ваших. Арменаудис, кирмена клауден, раменастауден. Аллилуйя! Слава Тебе, мой Господь! Хвала Тебе, Царь! Поклоняемся Тебе, Иисус! Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Иисус Христос, что Ты пришел на эту землю, Ты воплотился, Иисус, чтобы дать нам мир. Аллилуйя, Клобидинауслауден, Ремидиклаудес, Господь, я обращаюсь, мой Бог, Отец, за народ Твой, за тех людей, которые не имеют мир с Богом, я прошу Тебя сегодня, да придет примирение с Тобою, да придет прощение грехов, да придет умоление от лица Твоего, Отец, я прошу Тебя, мой Бог, дай покаяние Твое, дай примирение с Тобою, Иисус. Иисус, лабиды таус парауду, пусть радость Рождества Твоего, Иисус, наполнит наше сердце, пусть наше сердце возрадуется в Твоем присутствии, в мире Твоем, рамина клаудес клауден, я благодарю Тебя, Иисус, пусть веяние Духа Святого, оно будет на этом месте, пусть Дух Святой совершает Твою работу, пусть будет покаяние и примирение, пусть будет прощение грехов, сегодня для многих, Отец, лабиды клаудес, армины лауден, благодарю Тебя, Господь. Иисус, я прошу, мой Бог, совершай работу свою, Отец. Аллилуйя, 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 благодарю Тебя, Господь. Иисус, и прошу Тебя, чье сердце сегодня наполненное печалью, и нету Твоего мира, отсутствует Твой мир, я прошу, мой Бог, Ты Духом Святым посети. Иисус, я прошу, пусть придет Твой мир в их сердце, да придет Твой мир в их сердце, да придет Твой мир, да будет восстановление, да владычествует Твой мир в сердцах ихних, мой Бог. Аллилуйя! Я прошу Тебя, Господь, дай, Господи, просимое, дай, Господи Иисус, детям Твоим мир Твой, Отец. Я прошу Твое благословение отцовское, да будет со всеми нами. Мой Бог, я прошу Твоего благословения, Иисус, Твое присутствие в нашей жизни. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Спаситель, за Твое присутствие. Благодарю Тебя, что было то время, когда Ты пришел на эту землю. Хвала Тебе, Иисус,
Хвала Тебе, Иисус! Хвала имени Твоему! Мой Бог, мы благодарим Тебя вместе с Церковью Твоей сегодня! И я, Господи, умоляю Тебя сегодня, пусть каждый ощущает Твой мир, пусть в каждом доме будет Твой мир, несмотря, Господи, сколько у нас нужд. Пусть Твой мир божественный владычествует в сердцах наших. Аллилуйя, аллилуйя имени Твоему, достоин Ты, Господь. Благослови Твой народ. Благослови Твою церковь, пусть Твоя церковь будет сильна, пусть Твоя церковь будет славная, пусть Твоя церковь прославляет и возвещает имя Твое. Мой Господь, благодарю Тебя, Господь, славлю имя Твое, достоин Ты, Господи, благодарение Тебе, Иисус. Братья и сестры, если есть на этом месте человек, который хочет впервые примириться с Богом, вы сегодня слышали о Иисусе Христе. Сегодня есть возможность, if it's your first time and you want to make peace with God through Jesus Christ, today is your day. Вы можете сегодня это сделать, и мир Божий, и радость Духа Святого наполнит ваше сердце. Вы можете это сегодня сделать, мы будем продолжать молитву. Если вы нуждаетесь в мире с Богом, то есть ходатай Нового Завета Иисус Христос, о котором мы сегодня вспоминали и будем вспоминать в нашей жизни. Он пришел, чтобы примирить нас с Отцом Небесным. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Я прошу Тебя, мой Бог! Я прошу Тебя, мой Бог! Пусть каждый примирится с Тобою! Я прошу Тебя, Господь! Пусть каждый ощущает Твой мир! Мой Бог, да не избегает человека Тебя, но пусть прибегает к престолу благодати Твоею, Господь! У Тебя есть милость! У Тебя есть благодать для каждого человека! Мой Господь, да наполнится каждое сердце любовью Твоею! Аллилуйя! Да наполнится каждое сердце миром Твоим, аллилуйя, да наполнится каждое сердце хвалою для Тебя, мой Господь, аллилуйя, слава Тебе, Господь, Спаситель, благодарим Тебя, Отец, будь прославлен в каждом сердце, благослови каждого, кто пришел на это место, сегодня, Господь, когда мы будем расходиться, я прошу, мой Бог, да владычествует Твой мир в сердцах у каждого, Господь, благослови Твой народ, благослови, Господи, все, которые принимали участие этого служения. Благослови, Господь, ради имени Твоего, ради славы Твоею. Боже, я прошу Тебя, Иисус, я прошу Тебя, Отец Небесный. Аллилуйя! Я вспоминаю, Отец, Ты говоришь, ревность Господа Саваофа, соделай все это. Ты любишь свой народ, Ты ревнуешь о своем народе, и Ты желаешь, чтобы каждый служил Тебе от чистого, искреннего сердца. Я прошу, мой Господь, дай нам не забывать это, Иисус, что мы есть Твои дети, и нам нужно поклоняться Тебе, Господь. Благодарю Тебя, будь прославлен. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодать. Дорогая церковь, наше служение пришло к концу. Пусть Господь благословит каждого из вас, даст вам сегодня радость и мир в вашем сердце. Будьте благословены во имя Иисуса Христа. Аминь.